Всем привет, с вами Air Programs, и в этом видео мы рассмотрим такой виджет, как Rich Text. Виджет Rich Text позволяет выводить текст разным стилевым оформлением. Это достигается благодаря тому, что каждый отдельный кусок текста в Rich Text представляет объект TextSpan, для которого можно настроить свой стиль. Для создания Rich Text применяется следующий конструктор. Большинство параметров конструктора совпадает с параметрами конструктора класса Text. Соответственно, мы их можем использовать так же, как и при создании и настройке виджета текст. Рассмотрим лишь те параметры, которые отличаются. Прежде всего, текст задается с помощью параметра текст, который представляет объект onlineSpan. В реальности, как правило, этому параметру передается объект класса TextSpan, который унаследован от inlineSpan. По сути, TextSpan – это некий кусок текста. Для создания TextSpan применяется следующий конструктор. Давайте запишем следующий пример, для того, чтобы поближе познакомиться с данным виджетом. И запишем rich text. Далее в параметр text мы запишем TextSpan. Открываем скобку, далее запишем, так, это мы пока опустим вниз, здесь запишем текст, открываем кавычки и запишем . Далее зададим style. Зададим text style. В text style мы укажем с вами color. Colors. Black. Font size. Зададим 18. Далее children мы передадим TextSpan. Отрефакторим. Далее запишем TextSpan. Далее текст. Size. Так, здесь запятую поставим, сохраняем. В данном случае весь текст в Rich Text инкапсулирован во вложенном виджете TextSpan, который в свою очередь сам содержит объект TextSpan. Давайте запишем еще один пример. Thank you.
Далее давайте видоизменим наш стиль. Здесь зададим цвет Gray. Укажем font size 22. Далее в текст span. Здесь мы запишем open source. Далее здесь зададим 22. Так, запятая. Укажем font weight. Зададим bold. Так, decoration. Text decoration. Underline. Далее. Так, запишу вот так. Зададим следующий текст span. Так. Так, style. Укажем текст style. Зададим color. В colors укажем black. Далее зададим font size. Size 22. Далее font weight. Укажем bold. И decoration. Text decoration. Underline. Так, запятая. И зададим последний span. Здесь запишем следующий текст. Так, здесь это все можно попереносить. Зададим стиль. Gray. Далее font size зададим 22.
Сохраняем. Так, здесь поставим вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь, видимо, тоже надо. Здесь тоже. Сохраняем. На этом уроке у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока!